Вторая неделя ноября вот уже более 20 лет считается Европейской неделей качества. Цель мероприятий, проведенных в это время, – привлечение общественного внимания к вопросам качества и демонстрация достижений в этой области. В нашем городе прошел круглый стол, посвященный этой актуальной теме. В территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах собрались представители торговых отделов, руководители торговых организаций, предприниматели, юристы, специалисты контролирующих органов трех районов. Качество товаров и услуг, предоставляемых населению, было в центре внимания круглого стола. Качество товаров, которые поступают к потребителю, качество услуг, которые оказываются потребителю, очень тесно связано с качеством жизни, со здоровьем, с охраной окружающей среды, с психологическим комфортом наших потребителей. Качество товаров легкой промышленности до сих пор вызывает неоднозначную оценку потребителей. Продавцы должны разбираться в том, что они реализуют, и твердо знать свои права и обязанности – а потребитель вправе иметь полную информацию о приобретаемом товаре. Продавец должен всегда доводить информацию о наименовании товара, производителе, дате изготовления и правилах по использованию. Потому что если эти правила доведены не были до потребителя и наступили негативные последствия, то он может обращаться за защитой своих прав и в Роспотребнадзор, и в том числе в судебные органы. А судебные издержки на продавца, они очень велики. Представители торговых организаций задали ряд вопросов по требованиям к маркировке изделий, а также по проведению внеплановых проверок и получили на них подробные ответы. Только совместные усилия всех заинтересованных служб помогут обеспечить повышение качества реализуемых товаров. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».